Всем привет на моем 109 стриме. Сегодня мы поиграем в игру Tofu 12.5 Double Spoiler. И так как это один из спин-оффов, то и играть я обещаю мне только один стрим, а ну, будет типа вторник, какие-то стримы, это уже, ну, как говорится, по настроению. Так. Интересно, до какого стейджа дойдешь? До которого хватит сил. Если это еще сложнее, чем... если это еще сложнее, чем какая-то 9.5, то очень не до большого. Так, 15. Признано более сложный. Ну, может быть тогда, да, к чего-нибудь и дойду. Англификатор у меня почему-то не поставился, так что играем как можем. Здесь няшка, здесь грустняшка. Потому что второй левел еще не открыт. Итак, первая сцена первого уровня. Поехали. А, ну да, надо сейчас физику вспомнить, поэтому. Пишет, теперь осталось 4, а в той части не писала. Физика такая же. Есть микро, а есть супер микро. А, что это оно не так делает? А, ну да, обучение я вижу. Кстати, привет, Аяка. Было незащитно. Да хватит мне обучения пихать. Привет, Кабино. Да вот они мне все испортили свои надписи. Зачем она мне нужна? Оно таймить сбило. Понял я, что надо фоткать. Так, осталось две. Музыку потише сейчас. Ну я-то не знаю там, как. Но я не могу сейчас отвлечься, когда закончу. Блин, да что оно проскочило-то, я же жал. Вот так музыку потише. Привет, Брай. Изменением ракурса камеры на C нажми или на I. Ну да, на C. Ну, такая сомнительная фишка с учетом, что это миг быть надо. Я так понимаю, пока этот уровень не пройду, мне эти надписи будут совать бесконечно. Так, осталось последний. Блин.
Да. Так, первое пройдено. Так, 1-2. Кстати, заранее скажу, что, ну, есть вероятность, что меня сейчас отвлекут, и я уйду. Просто я сегодня, ну, как видите, раз я стримлю днем, да, во вторник, это необычно, потому что, по идее, должен быть на работе, но я не на работе, так как, блин, так как мне сегодня должны были прийти страховщики, машину оценивать ущерб, ну, вот, ДТП. Но что-то они, блин, не пришли, вот сейчас могут прийти в любой момент, блин, наверное. Ну, вообще, как бы обещали, в 2 часа, сейчас уже 15:37. Да лол. Я так понимаю, здесь тоже уровней больше, чем 3. По-моему, здесь фотки не уничтожают сами пули, то есть только при правильном попадании. А почему она грустняшка, когда я навожу на уровень, который я прошел, на сцену, которую я прошел? В зависимости от качества фоток. Первый веселится, а здесь грустно. Так. Ох, а как это я должен был размикриться? Да, что ж такое, но слишком маленький радиус стрельбы, ну не стрельба, а это фотографирование. А эти ж фотки вроде можно посмотреть, да, где-то? Да офигеть. Как я должен это микрить? Фух. Нет, это к чему было? Давайте следующая фотосессия. Ой, лазеры, не люблю лазеры. Лазеры такие не очень. Вот. Первая фотка есть. Вторая фотка есть. Так, первая отличная. Наверное.
Правда, я не знаю, как тут классифицируется. По какому принципу. Блин, звонок. Да, извиняюсь за перерыв. Так, что у нас тут, я уже забыл? А, лазеры, точно. Первую фотку всегда можно прям быстро сделать. Даже не париться. Так. А, кота я пульку задел. Так, ну вроде хорошая фотка. Так, последнее осталось. Да. Ну это вроде легкое. Пока все легко идет. 1.5. Так, что с этими пульками? А-а-а. Я понял. Да что ж, ну, тут немножко физика, ну не физика, это механика, она такая странная, ну не то что странная, не, немного неудобно. То есть я когда включаю это двойное микро, ну чтобы она медленно очень двигалась, но зато заряжалась быстрее, да? То когда оно уже зарядится, мне нужно отпустить все кнопки и Z еще раз нажать, чтобы она сфоткала. А не просто отжать Z, чтобы она уже начала делать фотку. И вот из этого я, ну, сливаюсь. И, кстати, нужно 4 фотки сделать, а не 2, а не 3. Это уже усложнение пошло. Не, ну это ГГ, ну как-то размик. Нифига себе, размик его случайно. Повезло. Так, последняя фотка осталась, ну давай. Да не, ну там хрен размикришь. Надо в широкую часть, в общем, идти. Вот, тут как бы 3 узкие и 1 широкая. Так, последняя фотка таким образом осталась. Все. Последняя сцена, первый уровень. Позвалите, я пришел. Привет, Фабино, вроде здоровался с тобой. Привет, Снап. Ну, первый уровень, что ты хочешь, Снап? Это, говорят, что это изи-кор по сравнению с 9.5. Ну и пока, да, действительно, намного проще. Однако я же 9.5 не прошел, даже половины игры. Так что все равно здесь последние уровни будут жесть, скорее всего.
Так, вторая фотка. Я не помню, тут уровень сложности-то есть или нет. А, зачем я ж этот зажал-то? Второй микрокнопку. Так. Зарядилось. Все атаки примерно на уровне сложности Харта Лунатика? В смысле, да ты чё? Нет, нельзя снап. А смысл, иначе заспамить нужно будет. В этом и суть, что надо, чтобы переделать. Причем скорость зарядки зависит от того, зажата ли первая микрокнопка и вторая. А, хотя нет, по-моему, от первой скорость не зависит, а только от второй. Первый зависит только от скорости перемещения. Хотя, кем я играю? Что-то я упустил этот момент. Той же самой? А я забыл, как ее звать-то. Что-то никак. Да, фотка пульки убивает, да. В общем, тут лучше не перемикривать. Просто выжидать, пока оно само накопится. Последний остался. И тут уже начинается жесть. Давай. А, что, не накопилось еще? Фулпок. Но я как-то не особо запоминаю. Я же не фанат прям. Вторая. Давай, так, последний осталось. И тут начинается микро. Да. Готово. Прошел все токи, не стал фанатом. Ну, вот так бывает. Все, уровень 2 пройден. Ой, уровень 1 пройден. Вон они, фотки-то. Да, вот это очень хорошая фотка, прям все видно сразу на ней. Левел 2. Ну да, по сути это даже не боссы, да, просто это сцена. То есть тут нельзя разделить на боссов и не боссов. То есть когда в игре одни боссы, да, то есть, ну как их можно назвать боссами? Босс-то всегда, когда какая-то особая сцена в игре.
Почти же, ну. И, кстати, снап, я же еще не прошел в титов. Может, когда пройду, все стану фанатом. Никто же не застрахован. Не достанет. Достало? Не, фейли. Достало. Ох ты ж. Почти. На том же самом моменте погиб. На Сиге Alien Soldier есть. Там вся игра, почитай, о боссах. Регулярщина гораздо реже появляется. Поделать бывает. Ну тут как бы явно это не, ну, не босс, это собственно есть игра. Да ладно, засчитали эту фотку. Да, вот теперь мне походу звонят все-таки шапущики сейчас. Ну я извиняюсь, да, надо идти. Ну, возможно, что я приду, тогда и продолжим. Ну, короче, как хотите. Можете ждать, можете не ждать. Пока что стрим заканчиваю. Если, в принципе, сейчас быстро освобожусь, то приду и продолжим. Но, тем не менее, всем пока. Увидимся. Итак, продолжаем. Все-таки стрим. Того же места, где и начинали. Так. Сейчас я проверю, кто что. Да, все, стрим онлайн. Так, а, это все, я вспомнил, на чем я остановился. Да-да-да, тут я до последней фотки доходил уже. Ну, между... Короче, пауза была где-то минут 30, наверное. Но это я говорю для тех, кто записи смотрит. Я, конечно, не думаю, что кто-то это будет записи смотреть, но мало ли. Потом ты это уже на запись не добавишь. Да что такое? Да как я... Так, фоточку давай. О. Фотка. Да. Последнее осталось. А что я сделал? Ой, ну... Блин, запутался в кнопке.
А, тут она же не накопилась. Вторая. Есть. А, ну хотел же вернуться, но не вышло пока что. Там надо очень резко вниз отлетать после фотки. А, фу ты, блин, да почему я не замечаю, что она накопилась? Интересно. Есть ли разница заполнять через эту микрокнопку, либо просто само по себе, что если заполнится, ну, заряжается? Как это влияет на какие-то очки или результаты там? Да, ну-ка, давай, последнюю. Все, осталось фотку только сделать, ну. Ое, все. Есть, есть, есть. Следующая сцена. Это была только первая сцена второго уровня, уже такая хардовая. Что ж такое-то? Дальше-то там будет. Походу какая-то вообще жесть. Ну что сейчас так что сделал? Тут фигня. Так, фоточка. Вторая фоточка. Мимо. Третья фоточка. Да жесть, тут уже микро вообще. И готово. Это легкое было. Сердечки. А, да офигеть. Я к такому не был готов. По-моему, вот это сложно. Да как это размикривает? Еще три фотки, да, это жестко слишком. Но я понял, надо фоткать сердечки тоже вместе с ней. Ну, фотку не сделал, зато размикрил. Да.
А, куда-то там уйти. Так. Привет, мистер наполнение. Ну, как видишь, стрим идет. Черт, это вообще не знаю, кто змейку вызвал. Так. А, вот это конец, да. Ну, потому что мне это неудобно делать, очевидно. Хочу без этого пройти. Ну, не пройти, ну ты понял. Да это не так уж и важно. Это не критично. Да я, как видишь, не из-за этого-то погибаю. Ну, не прохожу, точнее. А, да прям сердечко возле меня. Почти повезло. Так, я, кажется, понял тактику. А может и нет. Ну, это Кэп. Мистер Наполнение Кэпом записался. Понятно, что нужно сердечки-то убирать. Другой вопрос, как это делать. Ну, без ущерба, без здоровья. Точнее, наоборот, с ущербом для здоровья модели нашей, которую мы фоткаем. Ну, не для здоровья. Ну, чтобы проходить тоже, а не только сердечки убивать-то. Не всегда это получается-то. Надо еще научиться это делать. Вот и какая разница сейчас, в какую сторону у меня была камера направлена? Никакой. Ладно, пришлось сердечки убрать. Без снимка. Печально.
Сейчас пройду, что ты волнуешься? Норм же будет. Последний остался. А, жесть, ну вот это там, да, на последней фазе-то уже печалька начинается. Последний опять остался. Да что такое, не успел отжать. Чернотнём? Чего? С чем? Девятое, 09. И что? Что это значит? 9 сентября сегодня. Ну, вроде никаких государственных праздников нету. Или каких-то, которых я бы знал. Что я только что сделал? Чё так что нажал? Случайно размикрено. Не успеваю немного. Так, последняя. Последний троллит. Чуть-чуть бы вылетел бы и все. Просто в Монарик 9 части Тока Чирна была помечена номер 9. Однако вместо слова противник Зон написал там слово дура. С тех пор число 9 стало своеобразным мемом в среде токофагов. А почему ты меня с этим поздравляешь? Я что? Чернодура или что там? Я не понимаю немножко смысла. Привет, Ксенрир. Ксенрир, когда финалка уже? Ну, что-то нету и нету. Последний остался. Да что ты делаешь? Светоховский...
Это хафажеский день глупости и беззаботности, но меня это не касается. Ну, тебя поздравляю. Тут размикрил, так размикрил. Ну давай последний же, ну. Да, что за фигня? Вчера хотел готовиться, но постоянно что-то вылазит и мешает. Мы говорили на тему, как вчера у меня еще вообще ничего нет. А, ну ладно. На последний реально не успеваю, просто не успеваю. Там надо что-то, блин, экстраординарное придумать. Последняя же. Что мне с этим делать? Ну я не понимаю. На! Наконец-то. Просто нужно сделать один защитный снимок. А почему она восклицает? Ты кто? Что ты делаешь? Блин, она спамит. Жутко спамит. Я чувствую, тут последняя фаза будет вообще жесть. Не пройти, не проехать. Ага, понятна логика. В целом. Стоп, я же сделал ход. Это микро. А что ты сразу подсказываешь-то? Ну я же еще даже не помучился, ты уже подсказываешь. Это же не очень странно. Обычно все любят, чтобы стример пострадал, а ты сразу подсказываешь. Но я все равно не прочитал еще пока. Не знаю, ну надо бы поиграть немного в эту часть. Жизни нету? Нету. Тут, как бы, видишь, просто бесконечно пытаешься затащить сцену, и можешь хоть выключить игру, потом дальше эту сцену затаскивать. А, ну я вообще-то... С чего ты вдруг взял? Я вообще-то такую тактику использую, если ты не заметил. Сразу за несколько часов. Я вообще тоже могу догадаться до тактики. Они только либо рандомит, либо твои. Ой, что-то я не то нажал.
Метро, ну не знаю, на метро я не обещаю, что приду. На финалке точно буду приходить, если будет техническая возможность. Ну короче, ты-то зови, если что, а я там уже посмотрю. Плохо, что об саму эту вот. Кто она там? Кто это? Не знаю, ну в общем, об самого персонажа умираешь, это тупо. Она-то об меня почему-то не умирает. Ну, не то, что умирает, да, тут. Ну, короче, это ж фотосессия, а не битва. Ну, вы поняли смысл, что я хотел сказать. От верхних очень сложно вернуться. Чувствую, на последнем, это, на последней фотке там будет вообще ад. А почему он не сфоткал? Неужели нельзя shift держать при фотографировании? Давайте, наверное, удачи. Сфоткал же ее, ну. Привет, Тор. Странно засчиталась фотка, хотя не должна была по всей логике. Да как я там размикрить-то должен? Ну, короче, эта игра явно на один стрим. Больше не будет по ней стримов, скорее всего. Как и по 9.5. Опять вышел. Да почему он выходит-то сам? Да тут не в этом дело, я просто обшипы умираю. А от верхних-то как увернуться? От верхних практически невозможно увернуться. Это нужно как на лунатике играть. Хорошо, что фото не играю, но вот.
Ну последняя, ну. Блин, размикрить эту. Мне кажется, я на этой закончу. Хорошо, что я не дал обещания пройти вообще все тофы. Вот это было бы слишком печально. Это было бы хуже больше. Это вообще фейлит было, нахрена. Ну, учитывая какой-то рандом, то... Вообще, если фейлит, можно сразу выкидывать попытку. Как это микрить, я не понимаю. Пока везет, не везет. Но я не увижу девятый уровень никогда. Потому что за стрим я туда явно не дойду, а второго стрима по этой игре уже не будет. Да нафиг мне это видео. На видео-то я все изучу. А почему она не фоткает, я не понимаю. Она разучилась фоткать. Кнопку просто не нажимает. Да, ну сейчас нажал. По-моему, для корейцев делал, но... Ну, для японцев. Эта игра явно только для Японии. Больше ни для каких стран. Иначе была бы хотя бы... Хотя бы английская была бы локализация, а ее нет. И я думаю, это не потому, что там типа ресурсов нет или что-то такое. Я уверен, что английский он знает, скорее всего. Ну, сегодня домино Марио проходит. Ну, это в смысле босса Марио тоже. Он там в Metal Gear зафейлил жутко. И... Ну, короче, дропнул. Ну, считай, но ты таким не являешься. Это знаешь, что можно сравнить, ну, если об играх говорить? Вот, скажем, взять вот, вот Гоги Бастие, да, он уже прошел босса на хардоне 5 раз, он уже его проходит меньше, чем за 1000 смертей. Его можно назвать нубом босса? Я думаю, нет. А если он, грубо говоря, встанет рядом с Калиманду, который там чуть ли не без смертей босса проходит, да, будет тогда, типа, выглядеть как нуб.
Ну и то же самое ты тоже считаешь себя нубом в Тоху, потому что сравниваешь с теми, кто на Лунатике там без смертей, да, проходит. Ну, блин. А по сравнению с обычным игроком. Да что он опять выключает все время? Ну я только один лунатик прошел. Но с дополнительными жизнями. А я сказал раз нормальный, я сказал обычный игрок. А не нормальный человек. Ну или если сказал все-таки нормальный, значит я ошибся. Самая легкая карта, а чё там крабика не присылаешь мне? Тора, а ты-то что присылаешь? Ты сам-то сможешь это пройти? Ну, по крайней мере, быстро. Как этого хочет мистер Обомнение. Я думаю, что вряд ли. Ну, конечно, ты лучше меня на Тоха играешь, но... Не до такой степени, чтобы крабу присылать. Так и сложно. Ну, может, не самое сложное, конечно, которое встречалось в этой игре, но... Ну, блин, точно не как первая. Первая была самая простая, по-моему. Просто нужно дабл-шифтить сильно. Опять вышла. Но я же не выхожу, почему она выходит? Ну, по-моему, она сама не хочет это проходить. Ну, в смысле, это камера по умолчанию, я это ее не шевелю. Как есть, так и есть. Да это не важно, я-то достаю. Дело именно в этих шариках.
Так, второй. Третий. Дернуть. Да не будет проще из-за этого. Я же нормально достаю эту фотку, не в этом проблема. Еще ни разу не было, чтобы я здесь промахнулся. Значит, проблема очевидно не в ориентации фотки. Ориентация это сбрасывается. Очень плохо прошел вон грустняшка. Идеальное начало. Ну не знаю, значит придется помучиться, посмотрим. Так сразу-то и не скажешь. Сейчас надо просто понять, как это выходить и все. Мне кажется, понял. Так. Только надо захватывать вот. Блин, как же ее захватывать? Вот. Опять подсказки пошли. А, что я сейчас сделал? Не то. Две фотки сделал.
она есть. Надо же разметить. Случайно. Последнюю. Да, там уже потяжелее. Успевает набраться. А тут уже не успеет, потому что там невозможно на двойном помещении двигаться. Получилось очень. И чё, ты сказал, буду долго мучиться, так это не особо. Третий уровень. Девять и пять, я там вроде как раз таки три уровня, да, прошел. Или на третьем я остановился. Ну, Тор, потому что это уж третий уровень. Просто я понял, что в девятый там, на третьем уже совсем плохо все было. Ну, в 9.5. Я не прошел три уровня, я только два прошел. А, тут я понял, что девятый. За два стрима три уровня, ну, по-моему, это печально. Почти. В принципе, вроде не очень так сложно выглядеть. Да, вот тут уже не достает, тут надо ориентацию камеры менять. Но мне уже ярко сказала, что это легкая часть, да. Ну, легче, чем, в смысле, чем 9.5. Типа, вообще принято считается, что она легче. Ох ты ж, там еще дополнительные теперь летают. Мимо.
Не, ну оно и видно, если я за один стрим дошел до третьего уровня, значит очевидно, что оно проще. Но это не значит, что я пройду игру. Потому что в какой-то момент сложность все равно будет зашкаливать. Две фотки пока рекорд. Не самым удачным способом сделал фотку. Это более удачным было. По идее можно синие как-то уничтожать, но фиг его знает, как это сделать. Ну, нет, это нет, я хотел, это просто случайно. Да что? Я не ту кнопку нажимаю. А это shift, а я почему-то жму другую кнопку, вторую микро. Вот, вот так вот синий надо уничтожать. Ну блин, это раз в год получается такое. Это что делаем? Так, ну по крайней мере я три фотки сделал. А, нет, кстати, три фотки у меня уже было, точно. Теперь усиливается атака. А, все, четыре. Три, два. Выкинул на мне кучу просто какую-то. Раз, вот. Да. Так, ну одна есть. Больше одной пока не получалось. Хорошо, что у них хитбокса вообще нет, то есть, в этих раз. Ну, одно-то понятно легко, потому что заряжается все быстро. Так, две уже прогресс. Ага, началось. Три. Сейчас совсем что-то стрёмно. Четыре удара. Это офигеть. И на.
3-3. Что за бред? Ведре, блядь, сидит в этом. Ну да, ведре. И все? А почему такая легкая? Я через первый раз. А, нет, кость первым, где-то с третьего раза прошел. Странно, видимо, как бонус просто дали такой изучный. А зато уже что-то пострашнее. Походу эта часть для меня убивает. Да. Как нечестно. Ну, сейчас надо разобраться. Рандомить, походу здесь надо только рандомить. Вот, типа как сейчас. А вот это уже не получилось. Но пока не надо. Тут где-то сейф-код есть, я уверен. Почти уверен. Но где-нибудь в углу. Блин, а, но все равно это не помогает. Понимаешь, когда подсказываешь, потом все говорят, что, ну, вкус подсказками любой пройдет. Привет, картофан. Не, ну это реально какая-то наркомания тоже пошла, я не понимаю, как это будет. Почти успел второй раз только. Почему у нее нет атаки, просто убить меня и все. Так же проще было. Это разрядится. Успел зарядиться, но и... Блин,
Воу. Да они офигели. Это реально офигевание какое-то. Но это хотя бы близко к той тактике, которую ты хотел сказать. Резко дергаюсь. Ну я почти так и делал. Только фотка-то снизу не получится. А, ну эти ориентации снизу. А, не-не-не, а как от нее уйти же надо? Не, лучше было так, как я пытался. Просто что-то я слишком резко ухожу, походу. Из-за этого все очень печально заканчивается. Вот. Тем не так, как и планета. Опять резко. Да ладно, меня почти не слышно. И мне об этом никто не сказал. Так лучше? Не успеет набраться. 90. Да как же тут обойти-то? Вначале-то они вместе. Я два луча уничтожаю одновременно. А как потом поступить? А, ну вот тоже вместе сейчас будет, в принципе. Почти. И что это было? Не зафоткалось. Котик сломался. Скачил. О, 5 фоток аж надо сделать, это кошмар. Опять что-то было только что.
Мне 9,5 понравилось. Это что это? Хорошая шутка. Да почему ты не фоткаешь? Ну, все же идеально сделал. Не, ну концепция это, в принципе, прикольная, но только слишком сложно. Нужно изи делать режим. Да опять я поторопился. Не то что поторопился, ну просто пальцы-то не те кнопки жмут же, ну. В смысле скоро будет 13-я часть? Почему не скоро? Там еще я видел 12,8 есть. Да почему она так поступает? Как же еще? Вроде же тактику все выполняю. Я не понимаю физики. Как тут луч отскакивает? Непонятно, влево, вправо. То сильно, то слабо. Девяносто два. Это не получается. Он слишком травит. Понятно, тут я отъехал вообще резко. Слишком далеко был луч. А вот почему он был далеко, я не знаю. Но это как-то зависит от того, как я двигаюсь, но закономерности пока до конца не понял. Он убивает в любом случае меня. Если я слишком резко отойду влево, то он меня убьет, потому что он двигается. Чем я резче, тем он резче. Если я слишком мало буду двигаться, то он меня убьет просто потому, что, ну, достанет. Ну, а сейчас мне не хватит просто заряда, и тем более он все равно меня убил. Возможно, это в самый низ, потому что сразу отъезжать. Надо же на последней секунде. Так, я уже знаю, на каком я экране закончу эту игру часть.
походу. Слишком близко он, в смысле слишком далеко. Блин, да это... Еще две фотки? Не, ну короче, все, вот, вот можно удалять Доту и Тофу. Не, ну... Я сразу сказал, что не пройду эту игру. Так, поиграл, ознакомился, дабл спойлер. Дабл спойлер. Еще бы дабл шифт назвали. Ну, в целом, конечно, да. Концепция хорошая, но... Слишком сложно. Я не хочу так сильно напрягаться в такой игре. Мануал даже есть какой-то. Ну, в общем, все. На этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Все, увидимся.